Сегодня жителей республики принимал спикер парламента, руководитель «Единой России» в регионе Александр Иванов. С просьбой помочь обратилась главный врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. Она рассказала, что детская площадка, расположенная во внутреннем дворе медучреждения, требует капитальной реконструкции. Площадка находится прямо в центре нашего уютного двора и пользуется фактически всесезонно. Но если сильный ветер, можете никого там не обнаружить. А так, с утра до вечера там с родителями дети, кто ожидает, кто играет, кто анализы ожидает. Потому что там есть у нас и консультативная поликлиника. Поэтому я вот принесла... Ну, вот здесь должны были быть качели. Их нету, мы размонтировали, потому что уже все. Вот очередной снаряд, который... Вот просто здесь когда-то лошадка была. Если успеем, а мы должны успеть, ближайшее быстро, время. Прямо на ближайшее время, выделить из нашего фонда депутатского деньги, и сделать хорошую площадку. РСУ Чумаев будет лично курировать и смотреть, как ведутся там все работы. Давайте сделаем хорошую, образцовую, и такую, чтобы визитная карточка вот детской больницы, мы чтобы своей площадкой ее только украсили. Главный врач Карачаевской центральной городской и районной больницы Денислам Айдинов обратился с предложением создать в медучреждении диализный центр. На данный момент такой центр есть в Черкесске, и для прохождения процедуры гемодиализа больные из отдаленных пунктов района вынуждены через день отправляться в многочасовой изматывающий путь. Диализный центр в Карачаевске мог бы обслуживать и соседние регионы. К примеру, житель Верхней Тиверды час едет до нас. Мы его часа два везем в Черкесск. Почему? Потому что они тяжелые, их быстро не отвезешь. Кому-то в дороге плохо, кто-то сознание теряет. Привозим сюда в Черкесск. Здесь процедура длится 4 часа. 4 часа мы процедуру делаем, они после процедуры еще слабее. И еще чуть-чуть мы еще едем обратно в Карачаевск. Три водителя, три машины, 18 пациентов, потом их еще... У многих по финансовым возможностям нет, там уехать уже вечером автотранспорт нет, мы довозим их еще по адресам. Спикер парламента ответил, что такое решение должно приниматься совместно с профильными министерствами, со своей стороны пообещав проработать предложение и оказать посильную помощь. За поддержкой в решении комплексной проблемы обратился председатель общества слепых Сергей Дубовик. По его словам, в силу сложившихся обстоятельств необходима реорганизация и перепрофилирование предприятия, на котором работают инвалиды по зрению. Так как дело это затратное, было принято решение обсудить ситуацию с правительством, а поддержка на законодательном уровне будет обеспечена. Мурат Чанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия.